Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Юность» вернулся домой с чемпионата России по плаванию. Василий Кукушкин вошел в состав юношеской сборной команды России. Кроме того, нашего пловца отобрали на первенство Европы. Отмечу, он стал единственным подростком со всего Ямала, который этого удостоился. Уже со следующей недели начинаются сборы. Они продлятся до середины июня. Все это время новоренгойский спортсмен будет тренироваться в Москве. Чемпионат России по плаванию выдался непростым. Там собрались самые лучшие молодые спортсмены страны. Им пришлось выложиться на полную и продемонстрировать все свои навыки. Ведь на кону поездка на первенство Европы. Конечно, сидя на трибунах как тренер, в этот раз мне повезло, я не судила, как в качестве судьи, я была как тренер. Конечно, смотришь и радуешься тому, как плывет твой воспитанник, его показателям, его результатам. Когда он плывет в сильнейшем заплыве, к примеру, с такими именитыми спортсменами, как Владимир Морозов, Евгений Рылов. То есть это, конечно, очень приятно, я говорю, что волнительно. Все эмоции выходят наружу, как можно там все это показываешь, высказываешь, кричишь, болеешь и так далее. Василий Кукушкин вновь доказал, что достоин называться лучшим пловцом нашего округа. Он единственный подросток со всего Ямала, кто вошел в состав юношеской команды России и теперь отправится на первенство Европы. Очень приятно, конечно, что Василия заметили как спортсмена, как подающего надежды спортсмена, повторюсь еще раз. Поэтому я надеюсь, что он должен оправдать это звание кандидата в сборную России юниорскую, продолжать дальше с ней ездить, выступать, защищать честь ЯНАУ, округа, России и так далее. Будем смотреть его, надеюсь, в дальнейшем, также на следующих соревнованиях. Будем радоваться его результатам. Ну а сейчас, вот пока мы тренируемся, продолжаем, не сбавляем темп. К этому событию необходимо хорошо подготовиться, поэтому вместе со своим педагогом Василий уезжает в Москву. Там он будет тренироваться до середины июня. Чтобы не отстать в учебе от своих сверстников, Василий будет обучаться дистанционно. Я учусь в 10 классе, экзаменов у меня никаких нет, так что меня сильно не напрягают в школе. Меня с легкостью отпустили на сборы. Буду учиться на дистанционном обучении. Сейчас Василию предстоят ежедневные тренировки. Спортсмен уже начал готовиться к первенству Европы. Оно состоится 3 июля в Казани. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».